После обмена их привезли в Донецк. Перед тем, как уйдут по домам, дали показания о жизни в плену следователям ДНР. Вадим, например, рассказал, как его арестовали в сентябре на вокзале за то, что в кармане был билет на поезд в Россию. Молодой человек уверяет, не был в ополчении. Так, поддерживай их морально там. Извините, мать его нет. Да. Алло. Алло, мама, это я, Вадик. Извините. Без связи с родными они несколько месяцев. Те, у кого нет родственников, в Донецке радостные новости об освобождении сообщают по телефону, а кого-то после долгой разлуки встречает родня. Где ты там, Марук? Уходи, да, елки! Ребята, сколько вы не видели? Думали, что расстреляли уже. Похудали все заросшие. Ну как они? Изменились, ребята. Ой, Господи, слава Богу, что живы. Это не последний обмен. Еще один в ближайшее время состоится в соседнем Луганске. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин, Рушан Умяров и Ольга Хитрина. Первый канал. Донецк.